Всем привет, с вами Умка, и сегодня мы вместе с вами будем играть в The Cursed Isle. Сегодня это второе видео по этой игре, ну вернее не второе, но я обещала, что будет много видео, и это второе видео по игре. Сегодня мы с вами будем играть, во-первых, не одни, а во-вторых, мы будем играть с вами за Церу. Я обещала, и я поиграю за Церу. Мы сегодня будем с GHN-M, то есть с Иром. В Дискорде он написан, он как Ир. Он очень хотел со мной поиграть. И вот, наконец-таки, у него это удалось меня поймать. Мы собираемся уже, конечно, второй день с ним поиграть. Но он то мне плохо, то у него не получается. Итак, давайте к нему присоединимся и полетели играть за Церу. Давайте, ой-ой-ой, давайте возьмем кушать. Сразу трайка замочила, гига, офигеть. Давайте поздороваемся. Поздороваемся с людьми. И, ух ты, пинг какой серьезный. Ну, вроде нормально, в принципе. Так. Ага, он на озере, говорит, полетели на озеро. А с ним будем мы выращивать ца, и вернее, ну, я хочу вырастить в этой серии гигу, фу, вернее, церу, потому что она у меня в прошлой серии, вернее, в прошлый раз она у меня умерла. Мне слили ее. Поэтому в этой серии мы будем ее выращивать до 100%. Да, мимо проходим, нафиг нам такие жертвы, битвы. Ой, тихо. А, он где-то там. Да, вот такая вот цера. Покормим его. Все-таки мне повезло заспавниться с едой, а у него не повезло. Так, что? Да, вот такой он взрослый уже. Он же не маленький мальчик, он уже взрослый цера. Он там еще мясо, но я думаю, мы сейчас к нему пойдем. Мясу. И тогда он поест. Давайте, пойдем, поднимайся. Пошли. Наверное, сейчас мы с вами пойдем на озеро. Там народ, фу, вернее, на пляж, там народа много сейчас. И туда мы сейчас к людям в основном, ну, люди там в основном собираются. Да. Будем сейчас там тусить, немножко побегаем, может поищем файт. Ну, я не обещаю, ребят, вам файт. В серии, вернее, в части, где я говорю, есть еще вторая часть, она 9-минутная. Вот это вот там файт будет, я в конце видео прилеплю, так сказать, этот кусочек и покажу вам, как мы бились с саркозухами. Церы, аллозавры против саркозухов. Ну, естественно, меня там подбили, убили. Да. Вот это мой дружок, тоже один из подписников, подписчиков. Да. Да, с ним поздороваемся. Он ушел, к сожалению. Да. Тут церы, аллозавры, травоядные. Капец, тут много людей на самом деле. Да.
Да, я снимаю вот с этим вот человеком. GHNM. Он история его создания, его этого ника. Очень интересная. Он случайно написал такой ник, теперь он мучается. К сожалению, неудобно, потому что я сняла чехол на телефоне, поэтому иногда у меня кнопка это отлетает, и поэтому вот. Так, ребята, что еще хотела вам сказать? Что еще? Потихоньку выкладывают фотографии новой карты. Будем ее... Я ее выкладываю тоже у себя в Телеграме, оставлю ссылочку внизу. У себя в ВК тоже ссылочку оставлю внизу. В Ютубе не выкладываю, хотя я знаю, ну, в основном у меня подписчики же на Ютубе, и я их не выкладываю, потому что в Ютубе картинки они не проигрываются. Поэтому вот, пришлось мне посмотреть. Но если у кого-то картинки проигрываются, вернее, есть эти картинки, скажите, я поскидываю несколько скринов, все скидывать не буду, но несколько скринов поскидываю этой новой карты, и все-таки вы уже увидите. Вот видите, как кидает, неудобно очень с этим. Как его? С отсутствием чехла. Да, у нас тут жесткий замес. У нас Цера на Гигу напала, укусила Церу и еще меня укусила. Укусила Гигу. Капец, капец, капец. Но это у них по ходу ПВП. Мы не очень-то и поняли. Нам. По ходу тут ПВП. Да, кто-то думал, что Гиге конец. Кто? Я, например, Гигу спасала. Да. Не очень, конечно. Получилось. Ну ладно. Главное, что все живы-здоровы, никого не слили. Так, что-то я тебя мало в кадре показываю. Надо тебя посильнее показать. Что ты как-то скромно лежишь. Очень скромно лежишь. Ну, куда ты побежал? Ну, откуда ты бежишь? Ну, куда ты бежишь? Ты как-то скромно лежишь. Я вот тебя показываю людям, чтобы они увидели, какой ты красивый, белый, большой. Так, ну давайте ПВП. И маленькая все равно как-то на 71% цера маловато все равно.
Отлично, давай, 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 давай. Прекрасно. Ну, у него шансов больше меня выиграть. О, да. Все, стой, 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 ложись, ложись, ложись. Все, ложись. Здоровье я себе, конечно, сейчас не подрегеню, особенно если сейчас страйк выбежит, он мне кердык сделает. Да. Надо сейчас отойти и отпустить себе хп. Вообще, ребят, поиграв на Цере, ну, достаточно долгое время, я около недели на ней играла, мне было задание, у меня было желание поиграть на Цере, сделать парочку фотографий, в общем, ну, она мне очень сильно понравилась, она мне приглянулась, и знаете, что я хочу сказать, Цера по своей природе имба. Вот многим не нравится то, что она сутулая, то, что она маленькая, то, что она, ну, никакая, и поэтому вот. Но это ее большие плюсы. Она из-за того, что она маленькая и горбатая, она очень поворотливая и очень многим выигрывает. Конечно, все зависит от скилла, ребят. Все зависит от того, насколько вы продвинуты на цере и на как вы научились играть. Но гигу трицератопса при должном старании и опыте завалить можно. Плюс еще можно завалить и аллозавра. Сейчас аллозавр считается очень сильным динозавром, несмотря на то, что рекса поднерфили, сделали более таким, ну как сказать, хорошим, более крутящимся, хорошо бегающим. Ну, еще так же и потригенили, но Цера все равно остается в приоритете, несмотря на то, что у нее не так много хп, не так много стамина, не так много урона. Она хорошо крутится, ребята. Она очень хорошо крутится, и это ее большой плюс. Но в то же время, к сожалению, и минус. Цере, впрочем, как и Пахи, кстати, как поговорим еще и Пахи, у него не хватает хп и урона. Вот я помню на Пахи, я неплохо тоже попышилась с Рексом, с нашим крутящимся спинозавром, на который, ну, должна сказать вам, раньше был имбой, сейчас уже не имба. К сожалению, сейчас вообще ни о чем. И вот я крутила пахи и на пахе спинозавра и почти победила. Но мне не хватило хп, к сожалению. Мне не хватило хп, и я начала... Да, умирать. Я умерла, я ему просто проиграла. То же самое с Церой. Ей не хватает хп и не хватает количества урона. Да, тут у нас Цера, фу, вернее... Маленькая хрень, не побоюсь этого слова, закрысила и убила Церу. Просто охренеть. Крыса. Так ей напишем. Крыса. Еще сейчас придет трицератопс, он закиляет половину еще. Жалко, конечно, эту Церу, она умерла. Не дают им отхилиться, конечно, этим ребятам. Очень жалко, конечно, эту Церочку. Конечно, очень жалко. Но такова, к сожалению, реальность этой игры. Крыся добивает на лоу хп, не дает отхилиться.
а сами победить не могут, но, к сожалению, вот такая вот она жизнь. 82%, ребята. Итак, друзья, 95% я уже тут потихоньку уливаю, потому что они занялись сарказухами, а сарказухов я убивать не хочу, потому что это мои друзья. Мои друзья пьют других друзей, то есть, ну, типа нафиг надо. И поэтому вот такие вот дела. Я сейчас поем мясо, немного поем мясо и отдам вот этому маленькому коронотаврику, пусть он ест, потому что я уже потихоньку заканчиваю, уже потихоньку буду закругляться. Сделала, так сказать, превью, пока меня пока не было. О-хо-хо, 2, 3, 4 трайка, 4 фул трайка, 4 фул трайка. Ой, блин. Тоже ливнула, потому что ну его нафиг, трайки меня забьют. И поэтому, а я церу сливать как-то особо не хочу. Да. Поэтому решила ливнуть. Итак, друзья, у меня к вам такой риторический, ну, вопрос, вернее, очень важный. Когда выйдет обновление на карте? Я очень долго об этом думала, и сейчас очень долго и сейчас об этом думаю. У меня к вам вопрос, ребят. Когда выйдет карта, на ком мне снять обзор этой карты? У меня есть несколько вариантов. Это Птер, это Галик и это Сарказух. На ком из этих динозавров вы хотите видеть обзор новой карты? Она же все-таки как-нибудь когда-нибудь выйдет, да? Да. Так что вот вам такой вопрос. Ну что ж, друзья, на этом я буду заканчивать. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами была Умка, и всем до скорой встречи.